Более чем 300-летняя история нашего государственного флага, утвержденного еще Петром I, сделает честь любому государству. Бело-сине-красный российский флаг гордо развивался на кораблях. С ним связаны многие географические открытия русских мореплавателей. И сегодня для каждого жителя России государственный флаг очень дорог. В Славянском районе, как и по всей нашей стране, 22 августа отметили замечательный праздник – День государственного флага России. Наш флаг вместе с гербом и гимном – это один из главных символов государства с его богатой историей. Он, конечно же, заслуживает самого уважительного к себе отношения. На набережной Славянска на Кубани, около памятника великому русскому полководцу Александру Суворову, под руководством которого в крепости Копыл было выстроено новое русское укрепление и который не раз прославил флаг России громкими победами в сражениях, прошел флешмоб с участием волонтеров и юнармейцев. Огромное бело-сине-красное полотнище ребята развернули около памятника для того, чтобы продемонстрировать свое почитание важнейшего государственного символа. Участники праздничного мероприятия не скрывали своих мыслей и чувств. Я очень рада принять участие в этом мероприятии. Для меня флаг России – это символ самой большой и красивой в мире страны. Сегодня наша команда юнармии приняла участие в мероприятии, посвященном Дню государственного флага. Мы горды принимать участие в этом мероприятии. Для нас флаг Российской Федерации – это символ и олицетворение мужества и единства нашей Родины. Я очень горда тем, что живу именно в России. Славянские волонтеры раздавали трехцветные ленточки горожанам и гостям нашего города. Вручая ленточки славянцам, они с добрыми пожеланиями поздравляли их с праздником. Те, кто получил ленточку, были настроены торжественно. Для них День российского флага очень значим. Я рада, что живу на Кубани, а это Россия, как говорится. Это тоже флаг наш, как говорится, российский. Что у нас все хорошо, как говорится. И все, и у родственников у наших все хорошо. И в жизни, и дай Бог, чтобы все было у всех в мире, все хорошо. Мы очень рады за то, что мы живем в России. Наш флаг – это символ мира, дружбы всех народов, которые живут во всем мире. Там, где есть российский флаг, там всегда победа, там всегда стремление к тому, чтобы наша Родина смогла гордиться своими сыновьями и дочерями. День российского флага – прекрасный повод, чтобы еще раз вспомнить и сказать высокие и одновременно идущие от сердца слова. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».